сейчас у нас идет вторая волна перехода. У нас вторая волна – это индивидуальные предприниматели, малый бизнес. Поэтому для малого бизнеса мы собрали специальные комплекты, потому что малый бизнес до этого был не автоматизирован, он не пользовался кассовыми системами. Мы подготовили готовые комплекты совместно с компанией Atoll. Соответственно, это комплект для мобильной торговли, комплект для курьеров, комплект для стационарной торговли и есть очень красивый комплект прям специально для магазинов бутиков. Большая сложность, что сейчас тот сегмент, который до этого не пользовался автоматизированными системами, они новички, они не умеют работать с программным продуктом, они до этого никогда не пользовались кассами. Если пользовались, то очень простыми кассами, где пробивался суммовой чек. Что такое потоварный учет, зачем нужен потоварный учет, зачем нужны штрих-кода. То есть это все для этого сегмента новое, неизведанное. У нас есть партнерская сеть. Соответственно, партнерская сеть уже там давно работает, в том числе и работает с сегментом ритейла, то есть они знакомы с оборудованием. Есть как индивидуальные настройки, есть в учебном центре курсы. Мы в компании 1С создали специальный центр компетенции, который называется 54ФЗ. И не все партнеры занимаются оборудованием, не все партнеры занимаются ритейлом, то есть есть и разные, много специализаций. Соответственно, те, кто занимается ритейлом, они сертифицируются, получают, ну, входят в центр компетенции, получают этот статус. На сайте 1С по городу можно отобрать партнеров. Соответственно, дальше уже там смотрите по наличию специалистов, по наличию цен, то есть запрашиваете коммерческое предложение и уже клиент сам выбирает, с каким партнером ему работать. Все оборудование, которое мы сейчас предлагаем через партнерскую сеть 1С, оно представлено на сайте torg.1s.ru. Соответственно, у меня сейчас в руках планшет, на который предустановлено специальное мобильное приложение 1С мобильная касса. Это приложение, которое предназначено специально для пробития чеков. И фискальный регистратор Atoll 11F. Мобильный, то есть он работает без проводов, у него есть аккумулятор, он спокойно выдерживает смену в 12 часов работы. На планшете, соответственно, мы можем подбирать руками, можем подбирать с помощью сканера штрих-кода. Для этого тоже используем беспроводной сканер штрих-кода. Соответственно, он сканирует. Все, у нас товар появляется в чеке. Дальше мы выбираем вид оплаты. Все, у нас пробился чек. Не фискализированный кассовый аппарат, поэтому он пишет чек недействительный. На фискализированном будет специальный QR-код, по которому в налоговой можно проверить, передан или не передан чек. Данный комплект рекомендуется для выездной торговли, где есть проблемы с электропитанием. Соответственно, это вот эти же выставки, это маленькие магазины. Соответственно, к этому комплекту можно отдельно докупить сканер штрих-кода. Там они бывают разные. В частности, вот этот вот Bluetooth очень удобный, потому что он не занимает места в руке. Соответственно, можно использовать как для штрих-кодированного товара, без сканера можно руками подбирать не штрих-кодированный товар.